Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала. С вами Бабкин. Продолжаем проходить Dark Souls 2. Так, давайте исследовать нижнюю часть пещеры, если можно так выразиться. Бей. Бей меня, полностью бей. Окей. Ага, то есть я в прошлой серии открыл слева, и вон там вот в конце справа. Там, если помню, мобы. Это, конечно, не очень хорошо. А лучше бы эти двери были закрыты. Крестиный хвост. А что дает крестиный хвост, а? Ага, по идее это что-то с ковенантом связано. Скорее всего. Вот вообще отлично, когда они так прыгают, не попадают. По идее, тут откроется, да? И тут. Короче, этих ключей нужно, но я не знаю, десяток точно. Какой-то барьер. Или чудо, или магия. Ладненько. Только обратил внимание, что у них оружие типа наковальня вот это вот для кузнеца. Или как ее правильно назвать-то? Вы поняли, в общем. Так, что-то где-то открылось или мне послышалось? Я понял. Так, это не есть хорошо. Ты только это, сундук не разбей мне.
Это он нажимал, типа, да? Я понял. Предмет впереди. Так, есть ключ камень. Я даже, наверное, думаю, стоит его сейчас использовать. Хотя, вон, посмотрите, сколько этих рож. И это только в этой локации. То есть, еще в других, по идее, будет, да? То есть, просто уйма этих ключей нужно. Не сюда. Ловушка. Может быть сюда, как думаете? Только что тут откроется, я ничего не вижу, чтобы могло что-то открыться. Разве что там наверху. Давайте внизу посмотрим. Я так понял, тут будет очень много кидалова, типа. Ага, то есть, посмотрите, ничего нет. Чуть мне кажется, что в этой локации даже не стоит их использовать. Я думаю, тут больше половины чисто ловушки или просто мобы. Но хотя тут так могут и запрятать специально. Что-то интересное. Но мы можем узнать, если только проверить. Так, там можно спрыгнуть. Че это вы вдвоем ходите, а? Ага. То есть нужно было сюда всунуть. То есть тут, по идее, просто методом тыка. Или же где-то на вики сидеть. Или чтобы кто-то говорил. По-другому я не вижу смысла. Так как я не сижу на Вики, поэтому я, скорее всего, просто буду обедом тыка. Это все делать. Слышу костер где-то. Ну то, по идее, тот, откуда я пришел. Так, ну что, идешь, не идешь?
По идее, три ключа, эта дверька откроется, и мы как-то с другой стороны вон туда выйдем. Или, может быть, как-то через верх. Тесно тут у вас? Ага, вот проход. Так, сейчас будет немного беготни. А что поделать? Чтобы взять этот приколяс, там, по идее, какая-то душа воина, скорее всего. А нет, топорик. Ну неплохо, что 190, 28 силы, параметр Б. Кстати, еще вот такую типа херню выбил. Ихний щит. Ну, естественно, там куча мусора и шмоток. Блин, все одинаковое, можно, блин, заблудиться. Ну-ка. Так, я же говорил, какой-то костер слышу. Босс? Видите, белок нельзя. То есть надпись нельзя поставить, нельзя использовать белок, мелок. Поэтому, да, будем справляться сами. Так, 4 псины. Раз, два, три. 4. Чтобы нагреть по одному. Твою мать. Это у нас сиф такой.
И что это было? Щит держал, нет? Какой-то он упоротый немножко. Я вообще сначала подумал, что это крыса. Может, действительно это крыса, а не пес? Я не знаю, он мне просто сносит стамину. Охренеть просто. На лапы нельзя никак навести, что очень как-то, я не знаю, по-конченному сделано, только на лицо. У меня складывается такое впечатление, что там насрать, сколько у тебя стамин, он просто ее как бы выносит. Вот, видите, полностью. То есть даже если было чуть-чуть, он бы все равно бы полностью снес. И как бы никак бы меня не задел. Нахера такое делать? Опять щит держал, я не пойму. В чем юмор? Я не хочу пытаться увернуться, потому что у меня чар как бы не особо уворачивается. И я почему-то думаю, что он меня заваншотит этим ударом. Тупая псина. Фух, да, это, конечно, упорото немножко. Я уже думал, это моб.
Humans bring nothing but filth. Давай еще скажи, что люди приносят чуму, да, а не крысы. A rat-tail human. Last one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice, for the right to serve me is now thine. Since thou art human still, permit me ask, wilt thou thy human soul surrender, and swearest thou by the sweet-tempered sludge that... Ну вот, пожалуйста, еще один ковенант грызунов. Без понятия, что он и зачем он. Of course. Get thee gone. We will tolerate. Я думаю, что... Я, может быть, как раз зайду на Вики, почитаю, о чем вообще ковенант. Так, хочу вернуться. Где тут писали, что более-менее можно ключ всунуть? Уже два молота. А, наверное, угадать, да? Угу. Выходить будешь? Достал, зараза. Ну, обалдеть. Прям тайник века. Так, теперь мы... Пойдем наверх.